Начинаем мы вязать резинку с того, что вяжем полотно необходимой длины и ширины. И вот из этого прямого полотна мы сейчас будем создавать наши резинки. Начнем с резинки 1 на 1. Для того, чтобы не путаться, можно отметить эти иголочки, а можно и так по одной распускать петельки, и так будет все понятно. Рекомендую ставить в переднее рабочее положение иглы, на которых мы не будем распускать петли, чтобы с них не слетели петельки. Итак, иглу убираем в заднее положение, на которое будем делать распуск. Распускаем. Теперь как мы будем делать край? Сначала я вам покажу более растяжимый край. Вот у нас, посмотрите, протяжки. Все протяжки одной длины, а вторая самая длинная. Она выделяется из всех. Что мы делаем? Мы берем наш петлю-ловитель, заводим подобие эти петли, подцепляем вторую, вот, вывернули ее снизу, и начинаем поднимать каждую протяжку. Каждую протяжку зацепляем и образуем вот такую петельку. Таким образом мы одеваем все петли. До конца, до необходимой длины. Так, первый ряд подняли. Все. Следующая у нас петелька остается в переднем нерабочем положении. Через одну освобождаем петлю, иглу от петли, распускаем до конца. Точно так же. Две последние протяжки пропускаем через них петлю-ловитель, вторую подхватываем нашим крючком и поднимаем до конца ряда. Таким образом мы поднимаем всю нашу необходимую длину и ширину резинки, сколько нам нужно вязать. Вот что получается, такой вот свободный край. Так, вот посмотрите, у нас первый вариант обвития получается свободный край, который тянется. А если мы хотим плотный край, немножко другой способ. Видите, отличаются как. Как мы делаем? Точно так же распускаем нашу дорожку петель, но не до конца. Видите, вот здесь вот оставляем последнюю петельку. Вот она. Вставляем в нее наш крючок и точно так же поднимаем. Видите, получается вот такой вот плотный край, ровный. Но бывает ситуация, когда распускали, показываю, и бабах, случайно распустили. Что же делать, когда нам нужен вот такой край, мы распустили все. Что же делать, когда вот так вот распустили? Видите, берем нашу эту вторую петлю, крючок, разверните крючок от себя, поймали эту петельку от себя, видите, я держу, развернули вот так вот, видите, получился узелок там. И с первой же, если в первом варианте мы обвивали первую протяжку, то тут мы ее провязываем через этот узелок, провязали и поднимаем все наши протяжки дальше. У нас получается точно такой же узелок. Вот он. Так делается резинка 1 на 1. Резинки 2 на 2, вот я сейчас на этом же ряду и покажу. 3 на 3, 4 на 4 и любые другие сочетания делаются, в принципе, то же самое. Единственное, что начинать ее надо вот так, потому что если здесь край позволяет один через один, то два таких края будет, ну некрасиво. Поэтому мы резинку 2 на 2, 3 на 3 и далее делаем вот с таким же краем, оставляя одну петельку. Делаю резинку 2 на 2. Вторую соседнюю
петлю отпускаю, убираю до последней петельки. Видите, все протяжки у меня получились до последней петельки, столбик наш, и поднимаю. У меня получилось 2 лицевые петли на изнанке. То есть вот эти вот мои лицевые петли, которые здесь идут лицом, на изделии будут изнаночными. Вот они. Это будет 2 изнаночные петли. Далее я пропускаю 2 петли, которые идут дальше. И следующие 2 петли я распускаю. У меня будет резинка 2 на 2. До последней петелечки распустили и подняли лицом. Все очень просто. Эта резинка будет 2 на 2. На 3, 4 на 4, 2 на 1, там, 2 на 3, как угодно, любые сочетания, как вашей душе угодно, как фантазия подсказывает, какой рисунок у изделия. Любые резинки вяжутся вот так на наших однофантурных машинах. Вот я сейчас поднимаю вторую столбик петель, получается резинка, видите, 2 на 2. Приноровитесь, у вас будет очень быстро. Вот ногтем придерживайте, видите, очень удобно. Придерживаем, чтобы петелька соскользнула с язычка. И заправили. Опять придержали ногтем, петелька соскользнула с язычка. И заправили ее. Очень быстро. Все. Вот моя резинка 2 на 2 получается. Вот мы связали резинку 1 на 1 с тянущимся краем, резинку 1 на 1 с плотным краем, резинку на 2 на 2. Со стандартным нормальным краем, который подходит для любых резинок. Теперь маленький совет, как делать, например, на рукавах резинку. Чтобы у вас не было видно шва, оставляете вот здесь вот одну петельку, которая идет на сшивание. Но учтите, что сшивать вы будете... Следующие должны будут идти вот здесь вот 2 изнаночные петли. Поэтому заканчивайте вот изнаночными и одна петелька на сшивание. Тогда у вас не будет видно шва. Это один вариант. Вот здесь вот, видите, вот начинаете вязание с изнанки. То есть оставляете 3 петли, одна на сшивание пойдет, 2 пойдут изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, лицевые. Заканчивайте лицевыми. Тогда у вас резинка будет по кругу идти, будет не видно шва. Либо второй вариант. Делаете одну петлю и точно такую же петлю здесь, только половинную. У вас тогда получится, сейчас покажу наглядно на изделии, видите? Вот шов посередине. В принципе, в глаза не бросается. Можно делать вот так. Либо, то есть, вы зашиваете одну с одной, так, чтобы... изнанка лицо чередовались, либо на изнанке делаете шов серединный, чтобы у вас не видно было швов. Безобразно, когда торчат эти швы или сбивается рисунок. А здесь шов закончен и спокойно рисунок идет дальше. Шва практически, вот видите, практически не видно. На изнанке очень хорошо смотрится. Либо попеременно делаете лицо изнанка, либо на изнанке шов. Но тогда шов, предупреждаю, должен быть очень плотный. Он очень, скорее всего... Но на машинке не рекомендую сшивать. Надо плотно сшивать крючком, чтобы ничего не торчало и все убрано было. Не иголка. Иголка не даст такого эффекта. Именно крючком с натяжкой, чтобы убрать все безобразие. Так, сейчас я вам покажу, как делать перловидную или еще их называют жемчужную резинку. Жемчужная или перловидная резинка всегда выполняется сечением 1 на 1. Вот я беру мой столбик петель, стандартно распускаю. Лучше соседние поставить в переднее рабочее положение, чтобы случайно не слетели иголочки. Опускаю мои протяжки. Так, теперь смотрите, что я делаю. Я не в первую протяжку опускаю иголку, а во вторую. Видите, 2 протяжки. Зацепляю вторую и провязываю. Следующие 2 протяжки не в первую, а во вторую. Вот так вот, через 2.
через одну, вернее, через одну, вторую я провязываю. Две протяжки, я беру вторую. Две протяжки, вторую. Ну, здесь одна осталась, ладно. Вот такая вот резинка получается. Это и есть перловитка или жемчужная резинка. Через одну, она не делается 2 на 2, 3 на 3, она делается 1 на 1. Пускаем вторую петельку. Точно так же. Вторая протяжка. И провязываю. Вторая и провязываю. Она поднимается, как видите, даже быстрее, чем обычная. Смотрится интересно, потому что она такая воздушная. На двухфантурных машинах, конечно, это все делается очень просто. Она сама вяжет. Причем вяжет эти жемчужные резинки с двух сторон. Но у нас есть свои варианты. Вот мы делаем так. Сейчас я вам покажу, как сделать резинку с косичкой. Оформить, например, рукав, подгиб рукава или нижнюю часть полочки. Можно сделать не простую резинку, а очень красивую. Резинка у меня будет 2 на 2, но при этом косички тоже 2 на 2, то есть на косичке нужно 4 петли. Получается, что у меня вот мои 2 изнаночные, 4 косички, 2 изнаночные, 4 косички, 2 изнаночные, 2, 3, 4 и 3 боковых. Значит, одну я оставляю, 2 крайние мои изнанки я распущу. Ну, не знаю, знаете вы, не знаете, но при вязании косичек, если они достаточно широкие, вот как 2 на 2, это относится уже к широкой косичке, уже переплести ее без освобождения соседней петли очень сложно. Поэтому это я так отметила себе. Надо будет вторую отпускать петлю. Но сначала я делаю переплетение. Чтобы переплести мою косичку, мне придется отпустить петли по ее краям. Это одна петля и вторая. Иначе моя косичка просто не переплетется. Так, я пересаживаю петли. Меняю их местами. Так, вот эта вот косичка одна. Вот здесь у меня через две петли будет вторая. Я тоже ее освобождаю, переплетаю. При вязании косичек смотрите, чтобы переплетение делали в одну сторону, иначе будет разнобой, некрасиво. Еще две петли отпускаю. Третья косичка. Я сделала такую коротенькую резиночку с тремя косичками. 2 на 2 переплетение мы провязать должны примерно рядов 10, чтобы она была красивой. Ставим в работу все иголки. Проверяем язычки. Традиционно провязываем свои 10 рядов до следующего переплетения. Вот я провязала 10 рядов, вот такой кошмар у меня получается. Отпускаю опять свои петелечки, переплетаю следующий раз. То есть больше я не буду переплетать, провяжем чуть-чуть и все, и на этом остановимся. Вот так же переплетаю второй раз мои петли. Ну, вот что у меня получилось. Я переплела опять мои косички, провязала 6 рядов. Теперь моя задача поднять все изнаночные рядочки. Здесь я один начала. Вот эти 3 петли. Так, вот эту я сейчас закончу. Здесь я начинала поднимать. Не смотрите, что это так страшно выглядит. Сейчас все будет красиво выглядеть. Мы все поднимем. Сразу станет красота. Поднимаем все рядочки. Точно так же все спущенные мои петли по одной вот так вот опускаем и поднимаем, как обычная резинка. Ничего сложного в этом нет. Так, это первая. Здесь была вторая. Это уже косичка идет, вот эта вот петелька тоже должна быть поднята. Видите, все мои протяжки на месте.
просто поднимаю их. Вот таким же образом я поднимаю все протяжки, которые у меня отпущены. Никаких дырок не будет. Все будет закрыто и все будет очень красиво и аккуратно смотреться. Вот так можно оформить ворот очень красиво. Или манжеты. Манжеты, да. А можно сделать вот так вот, оформляете вы манжеты и продолжаете вязание косичкой. То есть резинка заканчивается, а косичка продолжается. Это тоже очень красиво. Но при этом косичка идет уже не так часто, не через каждые два ряда. Например, вот вы делаете резинку, не на каждый ряд идет косичка, а через несколько рядов. То 2 на 2 на 2 на 2, потом косичка, потом еще несколько 2 на 2. Резинка и косичка. Эта косичка продолжается по всему изделию. Очень красиво. Так, поднимаем до конца. Все, никаких дырок, никаких неприятностей, неаккуратностей. С одной стороны закрыли. Вот так же точно. Отпускай, главное, не отпустите лишнего. Отпускаем наши эти иголочки. Так, предупреждаю, что когда вы отпускаете вот так, видите, тут перепутано все. Последовательность перепутана. Отпустите обе иголки сразу. Они встанут на место, и все ваши протяжки будут ровными. Иначе вы запутаетесь, и будет некрасиво. Отпускаете обе сразу и поднимаете. Только смотрите, не перетяните на одну сторону. Потом надо немножко подправить, и все. Резинка с косичкой будет готова. Ну вот что у нас получается, когда мы подняли все наши протяжки. Теперь то, о чем я говорила. Если, когда поднимаете много петель, у нас вот такие вот кривые получаются столбики, исправляется декером. Просто вот так вот двигаете их один к одному. И все, и они выравниваются. Видите? Вы выравниваете столбик, так натянули чуть-чуть и спокойненько вот декером подвинули все свое вязание. Получается, столбики ровненькие. Они... Потому что если натяжение разное или прихватили где-то больше, где-то меньше, все выравнивается. Вот. Вот наши косички получились. Вот такие вот косички с резинкой. Тоже вариант резинки.